Йоу. Пока идет отсчет до 10, ты должен встать и продолжать драться. Ведь это только начало твоего пути, сгореть и возродиться заново, найти в себе силы подняться. Если ты чувствуешь боль, значит ты жив. Это не просто спорт, это порыв души. Как важно быть в гармонии с собой. В приоритете те, кто выбирает рукопашный бой. Твои страхи остались в прошлом, когда ты запустил этот наркотик под кожу. Порой бывает так сложно победить себя и добиться большего. Каждый новый день в периметре квадрата. Сейчас твои друзья — это перчатки и канаты. На вдохе чистый кислород заполнен твои легкие, на выдохе несколько раундов с ударами плотными. Ведь можно просто быть в ринге, а можно дышать и жить рингом. Удары, броски, захваты, блоки. Каждый найдет свой кайф в этом, и это навсегда походу. Ведь с каждым днем мы становимся выше. Остались в прошлом наши подъезды и крыши. Через года тренировок становимся старше. Бои в клетке или схватки на татами. Не проиграть своим слабостям и не предать самого себя. Вот истина воина, единоборство глаза в глаза. Здесь останутся только лишь те, кто стремится стать твердым, как сталь. Время и труд подарят медаль. Победит сильнейший, один из миллиона. Это не просто куплет, это путь чемпиона. Смотри, где-то вдали летят все наши дни. Считав до 10, ты закрываешь глаза и видишь новый мир.